семейном канале. Как канал называется? Baby Go. Да, Baby Go. Здравствуйте, наши дорогие. Сегодня у нас игры на планшетах, телефоны. И игра называется «Маша и Медведь. Игры для детей. 2.1.5» или «2.5.1». Ну, не будем надолго заострять на это внимание. Давайте начнем играть. Поехали. Индиго Кидс, да, про тебя. Дети Индиго. Маша и Медведь, игра для детей. Так. Ну, смотри, кто у нас загружается. Маша. Так. Малышка. Нажимай старт, малышка. День варенья. Нажимай на день варенья. Я так понимаю, что мы, наверное, варенье будем готовить. Пчелка, видела тут маркетинг? Так, ну что, у нас есть шишки, вишня, черешня, клубника, морковка, какая же ягода, и малина. Поехали. Так, ну что, положи ягоды в нужную банку. Давай там ты. Я кладу, да? Да. Вот, видишь, нам подсказывают. А, вот. Смотри, есть черешня, шишки, клубника. А у нас здесь что? Что это за ягода? Черешня? Какая штуковина? Черешня? Пропала. Шишку надо быстрее класть. Долго думаешь. Здесь, давай черешню. Куда? Вот в эту банку, да? Смотри, шишка куда? Сюда? Да. Давай кладем. У нас времени мало. Черешня. Нужно ускоряться. Клубника. Надо успеть варенье собрать. Ой, будильник. Мы себе время удлинили. Так, давай ты. Шишку быстрее. Давай, давай ты, нет, давай. Нет. Хорошо, я. Так, смотри, варенье, шишку успели собрать. Черешня. Мешок. Ой, морковка выросла. Клубник кладем. Морковку куда? В эту банку? Дэн. Да, вот это. Давай, давай. Ой, какая классная черешня. Успели, будильник, время. Морковку. Ой, на скорость пошла игра. Морковка. Клубника. Морковка. Ой. Малина. Шишку опять смотри. Куда? Куда морковку? Налево? Ага. Шишку куда? Куда шишку деть? В серединку. Будильник время нам дает. Ой, Маша, тяжело с тобой. Давай черешню. Шишку. Малину. Это игра на реакцию, на моторику, между прочим. Но больше пап развивается. Так, малин куда? В левую баночку? Давай шишку в середину. Не бой, папа. Хорошо. Черешню в середину? Клубник куда? Сюда, направо, да? Будильник время нам дал. Черешню в середину. Клубнику направо. Черешню в середину. Клубнику направо. Мешочек. Так, морковка. Ну-ка давай малинку куда? Куда маленькую ты мне скажи? Куда? В левую баночку, правильно. А куда морковку? В серединку. А клубничку куда? В левую банку? Правильно, давай. Успели. Шишку куда? В правую банку? Молодец. Морковку куда? В середину? Давай. Клубнику? Куда? Ой, успеем. Успели, и шишку успели. А шишку не успели. Получен новый ранг, крошка. День. У нас новый ранг, нажимай галку. Мы теперь с тобой не малышка, а крошка. Ну что, дальше играем? Да. Новый рекорд, 5 звезд, между прочим. Новый рекорд. Нажимай играть дальше. Так. Отключение рекламы. На речной дозор открыта новая игра. Попробуем речной дозор? Нажимай галочку. Классно. Ну давай, запускай. Что будем там в этой игре делать? Речной дозор, давай. Сейчас нам расскажут, что он делает. Он опять пчелка летает вокруг нас. Так, ежик. Спасать зверей будем, ты понял? Давай. Как Дед Мазай зайца спасал, вот мы будем спасать зверей. Мы с тобой как Дед Мазай. Давай. Маша и Медведь Мазай. Значит, спасать зверей это вот так. Ага. То есть мы подплываем к нужной точке, да, грубо говоря, по линии будем. Спасем весь мир. Ой, ты смотри, мед. Надо собрать. Зайчика давай спасать.
Зайчика спасли. Кого это сейчас спасать будем? Кого? Зайчика. Зайчика. Ой, еще один заяц тонет, да? Ой, нам надо время. Срочно. Ой, давай зайца спасать. Так, кто еще тонет? Зайц тонет? Все, одни зайцы тонут. Ну, точно Дед Мазай. Сколько мы уже спасли зайцев? Ты еще посчитал? Ой, сейчас быстро поплывет, смотри. Ой, может быть зря? Ой, сейчас много зайцев. Нет, смотри, успели. Фу, успели, да? Супер Маша и Супер Медведь спасают бедных зайчиков. Так. Ой, настоящий Маша Мазай. Мы пока ни одного зайца не пропустили, да? Ты считаешь зайцев-то? Сейчас ускорение возьмем. Ускорение и будильник. И зайца. И мед. И зайца. Так. Сколько нам еще? Половинку звездочки осталось собрать, да? И мы вообще тогда соберем 5 звезд и будем чемпионами. Давай ускорение берем. Да. Берем ускорение? Ну-ка, давай ты попробуешь. Не надо к вам. Бери ускорение. Не надо. А ты просто двигай лодочку. Папа. Хорошо, тогда считай зайцев. 2, 3. Сколько зайцев уже спасли? Много? Да. Очень много, да? Ты спишь, что ли? А мы попали, видимо, в болото или в тину. Так, смотри, у нас время заканчивается. Но мы много уже зайцев спасли, да, Денюш? Еще да, добавили себе времени. Смотри, какой груз, у него же он ушки повесил. А вот этот, смотри, еще только недавно, видимо, в воду попал, да, Денюш? Это что у нас за значок? Ускорение? Да. Оп, еще зайца, плюс 5. Ой, смотри, сейчас мед возьмем. Классно? И зайца успели спасти, Дэн, молодцы. Класс. И получен новый ранг, малышка. Нажимай галочку. Давай, сейчас мы узнаем, какая следующая игра, играть дальше. Сейчас, подожди. Сейчас мы узнаем. Итак, фотография 9/12. Это у нас новое испытание. Ну что, попробуем новое испытание, день? А это закрыто. Зал с куклой закрыт. Нам надо фотографии 9/12. Нажимай. Так, пчелка летает, да? Сделай фотографию. То есть мы нажимаем на Мишу и делаем фотографию. Так, ой, смотри, тигр. Свинка. А, нам пингвина надо сфоткать. Пингвина. Где тигр? Покажи тигр. Правильно. Где козочка? Справа. Так. Кого? Зайца надо сфоткать. А где панда? Волк. Медведь. Кого? Тигра. Свинку. Зайца. Кого? Козочку. А теперь кого? Волка? Ты мне называй, кого мы фотографируем. Зайчик. Это волк? Пингвин. А это кто? Свинка. Ой, не того сфоткали. Медпанду. Тигра. Пингвина. А сейчас кого? Козу? Динь. А сейчас? Пингвина давай сфоткай. Маша говорит, сфоткай зайца. Волка. Медведя. Тигра. Свинку. Панду. Пингвина. Пингвина. Козу. Пингвина. Видишь, иногда мажем с тобой. Тигра. Волка. Медведя. Зайца. Белку сфоткай, время поимеем. Свинку. Панду. Тигра. Медведя. Ой, игра на время, конечно, тяжко. Пингвина, тигра. Пингвина. Ой, не того сфоткали. Денис, козы, волка сфоткали. А ты волка. Панду. Медведя. Ну-ка, давай ты. Нет, зайчик, не ну сфоткай зайчик. Нет, ну, не фоткай ты зайчик. Козочку сфоткай. Не надо, хорошо, папа. Ты мне говори, кого. Где коза? Коза слева? Правильно. Но мы долго думали, не успели, Денис. Фу, это игра такая, требующая реакции. У нас новый ранг Птенчик. Давай еще играем, снимаем игру. Давай играть дальше.
ответим позже. Сейчас пропустим. Так, играем дальше, да? Вот он, зал с куклой. Ты хотел? Нажимай галочку. Окей. Куда? Нажимай на зал с куклой. Куда? На зал с куклой нажимай. Ну как, развитие логики, моторики, внимания, все есть в этой игре. Интересно, полезная игра. Так, что надо делать? А, надо парить, смотри, порядок наводить. Надо самовар поставить на табуреточку. Крышечку от самовара клади. А чего я все? Хорошо, подсказывай тогда. Крышечку от самовара поставить. Смотри, теперь надо торшер, медведя и куклу. Где торшер, скажи? Он даже подсвечивает. Где? Вот этот торшер? Да. Так, торшер на полку. Мишу на полку. А здесь еще какую-то чучунку на полку поставить. Это кукла. Машина кукла. А это что? Нажимай. Машина кукла, вот. Давай, хорошо, я. Так. Мне кажется, сюда надо книги. Книжная полка, да? Где книжка здесь на стуле? Есть вот книжка? Она. Зеленая? Умница. Так. Ага, тут две книжки. Давай красную еще положим, да? Смотри, как порядок навели. Вилон куда? Вилон куда ли? Куда? В ящик. А ящик, наверное, на место надо брать. А, и кубик Рубика. Ящик на место. Смотри, бардак сейчас. Вот он, новый уровень, попрыгунь. Денис, мы с тобой видел бардак, убрали, да? Еще давай. Нажимай галочку. Посмотрим все игры. Играть дальше. Давай-ка полетаем. Поехали. Только подожди, все не нажимай. Мы сейчас почитаем условия, да? Ой, тут еще так много игр. Денюш, давай предлагаю, давай-ка полетаем, начнем следующую часть. Друзья, если эта игра наберет 150 лайков, и вам нравится то, что мы снимаем, мы продолжим играть в эту развивающую игру с Машей Медведем. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте нам пальчики вверх, как пальчики вверх. Да, и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о наших новых роликах. До новых встреч, друзья! Пока! Меня поцелуй. А чего вы с ним? А попрощаться? Пока. Пока.